Ку-ку, ёпта. С вами дед Сережа, Evil Within 2. Продолжаем прохождение бомбезного хоррор-ужастика. Себастьян, вы в порядке? Тогда погнали. Понятно. Выбираемся нахер отсюда. В прошлой серии была какофония. Очередная. Спокойно. У нас там дверь откроется, нет, сегодня? Меня этот комплекс уже затрахало, если честно. Поиск церебрального чипа. Подождите. Церебральный чип обнаружен. Вход разрешен. Наконец-то. Еще бы. Теперь бы догнать Хоффман и О'Нила. Перелази. Это бонус. Да подожди ты, блядь. Так. Статуэточку в студию, пожалуйста. Не хотим, а. Патрон заберем. Это что? Понятно. Охлаждение. Так, возьму-ка я дробь. А вот у монстры местного разлива. Максимум. Ладно. А это что за бегемот? Так. Голоса. Видимо, будет жаровня. Пока не идем. СМ пока. Так, ладно. Нам сюда. Это Теодорчик. Сопротивляйся ему! Ёбаный. Назад! Пиздец. Нет! Он не знает, что творит! Кто это, блядь? Лиам! Стой! Какой еще Лиам? Назад! Ну, здрасте. Слонера. Как тебя бить? Мягко или пушистое? Чужой? Хищник? Прочь с дороги, Себастьян! Кто это? О'Нил, что с тобой? О'Нил? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. Ты же крыса тыловая. Он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять! И ты сгоришь! Ну все, гандон. Где моя дробь? Здесь слишком жарко. Надо подключить. Да, пора охладить твое траханье. Пари. Так, потерялся. Так, сюда. Ты отсюда не выберешься. Он велит мне заняться тобой. Ты можешь либо умереть, либо измениться. Твою мать.
Где ты? Нихуя себе, Анилчик. Я сказал ему. Он что, опять включает, что ли? Ты охуел? Ладно, где ты, засранец? Хватит бегать! Когда ты поддашься, непонимание и чувство вины уйдут! Я тебя живьем закопаю, съем, потрахаю. Ты будешь очищен! Мне жаль, отец Тедор. Блядь! Я не дам ему уйти, обещаю! Вот ты проклят! Ну же, иди сюда, красавчик. Блядь. Какого хера, блядь? Камера! В анальное отверстие тебе. Ку-ку. Сука. Охлади траханье. Патронов мало. Так, бежим. Ёбаная камера. Где-то там. Да, отец Теодор. Я сказал ему. Что ты там сказал? Может, мне скажешь? Так, патроны. Хорошо. Аптечка. Сразу курим. Где-то рядом. Блюдосин, вон она. Ты будешь очищен. Позволь мне решать. Как тебе быть на месте слабого? Урод. От меня не уйдет. Блять. Ты так думаешь? Потерял. Ку-ку, ёпта. Ты где там, кукушонок? Вот ты быстрый. Ты слишком быстрый. Я так не могу. Заморозили. Засранца. Чисто дробью.
Какой сегодня день? Себастьян. Унил? Наконец я свободен от его голоса. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, Анил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. К чему вся эта сентиментальность? Что случилось? Как Онил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Ну, пошли. Сначала подарок от Анила. Неисправный огнемет. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Так, точка резонанса. Где-то здесь. Это все как было. Это что? Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Давай глянем. Нет, не то. Какого хуя игра? Влияние. Теодор тут повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Так, нам туда. Но сначала... У меня есть кое-что. Так, что в кабинете новенького? Хотел его убивать, но Теодор не оставил мне выбора.
Осталось совсем ничего. Да, киса. Очередной слайд по счету. Восьмой. Кидман, ответь. Я здесь, Себастьян. Что нового? У тебя бывает, что ты не понимаешь, где реальность, а где нет? Чаще, чем у большинства людей. Ну, наверное, реже, чем у тебя. Когда я впервые попал в STEM, я не знал, что я внутри. Даже выбравшись наружу, я не был уверен, что на самом деле все кончилось. И когда я пытался объяснить... Все считали, что ты сошел с ума. Конечно. Если бы мне кто-то рассказал подобную историю, я бы сдал его в психушку ради его же блага. Знаю. Я из Мёбиуса, но даже мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после маяка. Я будто жила в состоянии дежавю. До сих пор иногда путаюсь в происходящем. Поэтому ты осталась снаружи? Просто я больше никогда не хочу возвращаться в STEM. Считай, тебе повезло. Юнион — это дежавю. В самой сердцевине сна про это самое дежавю. Выбраться бы отсюда, не тронувшись умом. Знаешь, хорошо бы тебе хотя бы выбраться. Вряд ли кто-то способен побывать там и не тронуться умом. STEM всегда оставляет на побывавших в ней свои отметины. Да, я согласен. Спасибо, Киск. Так, что по оружию у нас? У меня же есть револьвер. Точно. Отлично. Так, дробь. Длинноствольный. Походим-ка с ним. Что еще? А для начала делаем. Так. Гарпун. Херачиваем. А вот теперь совсем круто. Так, потрошки. На дробь. 7 штук. Пистолет. Допустим. Шприцы нужны обязательно. Пожалуй, что все. Хватит. Но почему топим? А что случилось? Все нормально. Идем дальше. Вот так это делается. Так ты знаешь Теодора Уоллеса? Конечно. Так помолчи. Он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с О'Нилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Сюда. Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян! Я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи и сюда свою задницу. Пойдем на охоту. Шикарно. Ясно, уже иду. До скорого. Будем ждать здесь. Или посмотрим катсцену.
Две телочки. А можно устроить оргию? Почти готово. Скажите, когда можно будет. Когда будете готовы заряжать взрывчатку, поговорите с Эсмеральдой. Ну ладно, допустим. Сейчас соберу и скажу. Давненько статуэта просто не было. Опа! Какашка Бума. Добери. Все, о чем базар? Взрывай уже. Скажи-ка мне, Торрес. Так ты уже была знакома с Хоффманом? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ох, да ладно. Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет... Она мне не дала. Как в чем дело? Руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Понятно. Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже, но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. О морали? Давай заряжай. Ну как? Этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Так, интересно. Не понял. Я еще не готов. Погоди, я сейчас вернусь. Ладно. Ну как, этого хватит? На 10 таких. Вернулся. Готова взорвать по твоей команде. Я готов. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. А что это все это значит? Можно было обследовать местность. Но вроде я там ничего не упустила. Ну, поехали. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2, 1. Зад. А вы чё? Совсем оксуели, чтобы так взрывать, блядь. Ты как, Торрес? Да ладно. Торрес? Ты где? Так. Себастьян Кастелланос. Ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет. Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди. Я тебя жду. Сложно с этим будет. Он какой-то тонкий психолог. А вы все знаете, как я их люблю. Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. Господи, Лили. Так, засечь. Глава 12. Бездонная пропасть. Так, спокойно. Сначала лут. Преждевременно. Кто там палит? Ты кто, блядь? А? Спокойно. Сменим-ка оружие. Отлично. Замечательно. Падай. У тебя топорик был вроде. Так, возьми.
Золотарь. Дружок, здесь. Топор отдал. А это что за хуйня? Так, нам дальше. У нас какой-то новый тип врагов. Даже не знаю. Может обойти как-нибудь. Так, подсумок. Отлично. Пистолетный. Так, что по карте? Понятно, мы в аду. А где-то там, за горизонтом. Блять. Да ты же не испугал нисколько. Спокойно. Кто-то палит. Красавчик. Лежать. Ух ты. Засранец. Блять. Тихо. Туда еще повскакивал, блять. Кидающийся тварь. Давай. Но ты сука, блять. Черт. И все. Что там взять надо было? Придурок. Где твое дерьмо? Так, нам сюда. Быстрее. Еще. Местные вояки, блядь. Твою мать. Куда ты рванул? А? Тихо. Черт. Нихуя себе. Жестоко. Почему у меня оружие сменилось? Это место неспокойное. Так, детская. Блуждающий во тьме. Ты не прав. Так, спокойно.
Так, отсюда мы пришли. Где-то здесь. Но здесь столько всего. Так, ладно. Спокойно. Охладись. Да ты откуда вылез, сука, блядь, ебаная? Твари. Не затрахали. У кого топор был, суки? Твою мать! Почему это так напрягает уже? Еду. Точнее, туплю. Мне нихуя не осталось. Всем плохо. Где-то здесь. Очередная кукла. Мама никогда не сдавалась. Не то, что ты. Да я знаю. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. Нет. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать. И потерял их обиду. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь. Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться, объединяться. Да блять. Только не это. Да блять. Не задолбал это все. Лежат твари. Хрипово. Бери. Так, револьвер. Все оружие к херам нахер. Пожалуйста, помолчи. Так, убежала. Ну и хер с тобой. Блять, сука, падла ФЗО. Мочи с ноги. Притворюшка ебаная. Это что за оружие? Говно, блядь, а не оружие, сука. Сдохни ты, нет, сука. Так.
Статуэточку в студию, пожалуйста. Нет? То до свидания. Жадинная. Я просто загулял, такое бывает. Нельзя так с папой. И после этого ты все равно хочешь воссоединиться с Лилией? Я хочу. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Я иду к тебе. Гондон, ты штопанный. Не понял. Сюда нельзя. Лили, это правда ты? У тебя трон свой? Лили. Да ладно. Нет. Лили. Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не сзади. Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Она уже не Лили. Определенно. Нет. 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 Вселение дьявола. Прими меня, Тодорчик. Ты обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Нет уж. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Это замануха. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Твою мать. Ты выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Да это не ты. Мне... Что за хуйня вообще? Ладно. Давай-ка выбираться. А вот это поворот. Да ёбаный насос. Эсмеральда. Да и как в порядке? Нельзя, да ладно. Отдаваться. Сисечки. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Какие голенные. Торрес. Где? Я дома. Как я? Так, обыщите дом. Интересно. Понятно. Здесь что?
Детская Лили. Наша комната. Понятно? Это что? Загадочный символ. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше. Понятно. Очередной сувенир. Я только и делал, что работал. Вернуть бы хоть немного времени. Я провел бы его с ними. Как мило, что на первом этаже. Я помню только в начале серии, когда все горело. Так, здесь можно зайти. Понятно. Кухня. Это Бессона. Последняя весточка от Миры. Оно было спрятано в ее документах. Что здесь? Мира. Невероятная женщина. Она и правда могла добиться чего угодно. Не удивлен, что она смогла попасть в Мёбиус. Если уж она что взяла в голову, уже не остановится. Не то, что я. Ну и походу все. Идем в детскую Лили. Точь-в-точь, как раньше. Как бы я хотел, чтобы она осталась такой. Так, очередной слайд. Девятый. Так, рисунок. Так, здесь открыто уже. Так, мы отсюда начали. Не заблудиться бы. В чем дело? Здесь мы были. Где она? Непослушная девчонка. Но жалели. Понял. Тогда это казалось бредом, но я должен был ей поверить. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, боюсь, случилось самое страшное. Это значит, что в своем расследовании я слишком приблизилась к разгадке. И, скорее всего, ты меня больше не увидишь. Прости, что держала все в тайне, но я хотела тебя защитить. Или от правды, или от своего безумия. Прикладываю копии своих документов. Я очень надеюсь, что ты никогда их не получишь. Но если все же это случится, тебе придется завершить то, что я начала.
Прошу, добейся справедливости ради Лили и ради меня. Я очень тебя люблю, Мира. Мне очень жаль, Себастьян. Ты столько пережил, столько времени в одиночестве. Я сам виноват. Ты пыталась мне сказать, а я тебе не верил. А теперь я в полном раздрае. Разговариваю с галлюцинациями. Я тебя подвел. Не смог спасти Лили из огня. Я всех подвел. Это неправда, Себастьян. Не было там никакого пожара. Ты это теперь знаешь. Тогда какого хуя? Но ведь я не уберег ее. А как бы ты мог? Мёбиус все равно, что стихия. С тем же успехом ты можешь винить себя в землетрясении. Это вне твоей власти. Ты должен перестать себя мучить. Ты хороший человек, Себастьян. Поэтому я за тебя и вышла. Пожалуйста, достань пистолет. И на этот раз ты можешь ее спасти. Против тебя многие силы. Но ты должен держаться. Не дай прошлому себя победить. Я прощаю. Или прости. Но главное все-таки простить самого себя. Простить себя. Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Себастьян, просыпайся! В чем дело? А мне снился хороший сон. Почти. Хоффман? Что случилось? А вот это уже реальность. Это я. Идиот. Она тебя вытащила. Эсмеральда. Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокая. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Не оправдывай меня. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Идиот. Она была хорошим солдатом. Себастьян, ты меня разочаровываешь. Лили, а теперь сама мертва. Ну как же так? На что мы будем пялиться теперь? Опять? На эту китаюзу? У нее же даже сисек нет. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Типа хватит корить себя. Не позволяй ему
Ты права. Чертов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват. Ладно. Ладно. Пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиама сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос, как до него добраться? В смысле? Я сняла это с камер наружного наблюдения. Посмотри. Крепость Теодора появилась посреди Юниона. А нихуя. Она окружена колоссальной стеной огня. Черт. Придется возвращаться. Не пробраться. Думаю, есть один способ. Я нашла у Лиама одно устройство. Оно должно помочь. Отлично. Давай посмотрим. Оно еще не совсем готово. Надо кое-что поднастроить. Ладно. Ты про огнемет, что ли? Что считаешь нужным? Помнится, тут рядом был отель. Пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришлю тебе координаты. Приноси туда устройство. Ладно, до встречи. Глава 13. Твердыня. Еще кое-что, Хоффман. Вопросики. Теодор манипулирует моим сознанием. Всякий раз, как мы с ним сталкиваемся, он обращает против меня мои же кошмары. Это на него похоже. Он спец по нейролингвистическому программированию. А здесь и лингвистика не нужна. Зачем говорить, если можно прямиком забраться в голову? Он меня почти сломал. Но я заглянул в себя поглубже. И там кое-кто... Я надеюсь, не очень глубоко. Этот кое-кто подсказал мне, что делать. И я готов бросить вызов Теодору. Да, я вижу, что ты готов. Откуда? Я тоже. Ах да. Ты же психолог. Ох ты, ёпты. Эсмеральда. Эсмеральда была бы жива, если бы не стала меня спасать. Не вини себя. Мы говорили, пока я пыталась ее спасти. Она рассказала о плане. Она хотела добиться цели. Она сама так решила. Понимала весь риск и делала то, что считала должным. Сказала, что в долгу перед тобой. Да ладно. За то, что я убил ее. Мы только познакомились. Эсмеральда. Это она забрала Ливию и сожгла ваш дом. Ну чего? С тех пор ее мучило чувство вины, потому она и присоединилась к Мире. Потому и рисковала ради тебя жизнью. Что? А вот это поворот. Прости, Себастьян, у нее тогда не было выбора. И она пыталась искупить вину. Она пожертвовала жизнью ради спасения моей дочери. Еще как пыталась. Она сделала все, что могла. Да, твоя задница все прощает. Спасибо за автомат. Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Понятно. Патрончики. Так, для начала кофеек и сохраняшечек. Отлично. Да, еще одно. Инвентарь. Обучение. Слушай, я, по-моему, похерил. А нет, неисправный огнемет. Слухай, по-моему, проебал вспышку, ладно. Разумеем, в следующей серии. Остановимся здесь. Перезапишем. Отлично. Все, ребят, до новых встреч. С вами был дядя Сережа. Пока-пока.